Если мы будем придерживаться простого представления из квантовой физики, доступного для неспециалиста, что наблюдение — это прямое воздействие на мир, то, я думаю, люди смогут начать практически заниматься освоением наблюдения. Смотрите, субатомный мир реагирует на наше наблюдение, но в среднем человек теряет концентрацию внимания каждые 6-10 секунд в минуту. Для продолжительного внимания остается не очень-то много. Как же может получить большой отклик тот, кто не способен даже сконцентрироваться? Возможно, мы просто плохие наблюдатели. Возможно, мы не овладели мастерством наблюдения. Может, нужно просто его освоить. А может, мы настолько поглощены внешним миром, его раздражителями и реакцией на них, что мозг работает в режиме отклика, а не созидания. Если мы получили правильные знания и понимание, а также надлежащую инструкцию, то обязаны увидеть ощутимую отдачу в своей жизни. Когда вы приложите усилия, чтобы сесть и спроектировать новую жизнь, и это станет для вас важным, и каждый день вы будете подпитывать это, как садовник свои растения, то получите плоды.